В апреле Закирова вернулась в Узбекистан на фоне ситуации на Украине. Сегодня Наргиз Закирова хотела вернуться из Узбекистана в Москву, но ее задержали в аэропорту Домодедово. Еще недавно 51-летняя певица крайне нелестно отзывалась о России. Стало известно, что она пыталась вернуться в Москву из родного Узбекистана. Вот только Наргиз Закировой пришлось возвращаться обратно, ведь ее не пустили в Россию. Наргиз Закировой официально запретили въезд в Россию до 2072 года. Теперь 51-летняя певица не сможет въезжать в Россию до 2072 года. На тот момент ей будет 101 год. Такое постановление получил адвокат певицы Бахром Исмаилов. Он также подтвердил информацию о том, что Наргиз Закировой, имеющей гражданство США, пришлось вернуться в Узбекистан прямо из аэропорта Домодедово. «У меня есть само решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию». Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что против нее введут подобные меры. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции, подчеркнул адвокат Исмаилов. Вопреки слухам, на Закирову не завели уголовное дело, ведь она, по словам правозащитника, выражала лишь личное мнение.